Число погибших в результате крушения лодки с мигрантами у южных берегов Италии достигает 6 десятков человек. Об этом сообщили власти городка Крутоне, возле которого произошла трагедия. Не менее 20 погибших несовершеннолетние, в их числе грудные дети. Лодка с мигрантами затонула на рассвете, разбившись о скалы в нескольких метрах от берега. По данным береговой охраны, на судне находились около 120 человек. Другие источники сообщают, что на борту было до 250 нелегалов. Около 80 пассажиров удалось спасти. При этом одного из спасенных, гражданина Турции, задержали по подозрению в организации незаконной перевозки людей. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глубоко опечалена ужасным кораблекрушением и призвала удвоить усилия для принятия пакта о миграции и убежище. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что преступно было отпускать в море лодку при плохом прогнозе погоды. Этот год, едва начавшись, уже бьет все рекорды. По данным МВД Италии, с начала января в страну прибыли 14 тысяч нелегалов.